Самая безумная реклама в мире. Улыбающаяся стюардесса, стоящая на вершине башни. Как вы думаете, эта сцена создана компьютером? На самом деле это не так. Это реальный кадр. Реклама авиакомпании Emirates Airlines. Мы отчетливо видим, как стюардесса меняет рекламный слоган. На заднем плане пролетает самолет, на котором изображена выставка Dubai Expo. Это высокая башня, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров, всего 162 этажа. Рабочее место стюардессы занимает всего 1,2 квадратных метра. Итак, как была снята эта реклама? Стюардесса – не настоящий сотрудник авиакомпании, а каскадерша, обладающая навыками прыжков с парашютом. Ей потребовалось 75 минут, чтобы подняться на вершину башни. Все съемки были сделаны беспилотниками. Самолет на заднем плане летел на низкой скорости вокруг башни. Он облетел башню в общей сложности 11 раз. Исполнитель трюков оставался на вершине башни в течение 4 часов, чтобы добиться конечного эффекта, который мы видим. Стоимость этой рекламы невелика, но она стала мировой сенсацией благодаря смелости творческой команды, которая ее сняла. Хватит ли у вас смелости снять эту рекламу?